24 августа на Успенской площади прошел традиционный фестиваль «Ярмарка урожая». Садоводы, огородники, представители личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств показали плоды своего нелегкого труда и щедро делились советами. Главным персонажем фестиваля в этом году стал незаменимый и всеми любимый овощ – картофель. Калорийная картошка, хлебу русскому присошка, неказисто, мешковато, но вкусна она, ребята! Пюре, драники, салат, угостится каждый раз! В Угличе живут настоящие труженики. И я сегодня могу с гордостью сказать, что не только крупные сельхозтоваропроизводители, но и ЛПХ, крестьянско-фермерские хозяйства. Но сегодня нас порадовали и удивили садоводы. Прекрасные урожаи, новые сорта. Все это выращено на благодатной земле угличской. И в добрый путь и так держать. Спасибо. Это люди от земли. Это русские люди. И мы сегодня, проходя с Валентиной Валерьяновной, увидели, какая душа, сердце вложено в ту продукцию, которую они сегодня реализуют на нашей прекрасной площади. Поверьте, не просто так вырастить даже картошку, помидоры, огурцы, цветы может сделать только человек, который любит свою малую родину, который любит Россию, который любит свой прекрасный город Углич. С праздником здоровья, счастья, любви, благополучия! Ура! Ежегодная ярмарка урожая пользуется давней славой и по своему масштабу легко конкурирует с главным праздником – Днем города. На нескольких площадках, помимо фруктово-овощной, медовой и прочей продукции, гостей ждали многочисленные и разноплановые мастер-классы. На главной праздничной сцене не прекращались выступления творческих коллективов и солистов Дворца культуры, детской музыкальной школы, Дома детского творчества, Центра внешкольной работы и других учреждений культуры Угличского района. А еще фотозоны, семейные и детские программы, традиционное дефиле костюмов и вкусные угощения. Thank you.
вкусно на своем частном подворье. Мед, томаты, помидоры, все, что хотите, огурцы. Все свое, все свежее. Слава Богу! В этом году, в 2024, все уродилось. Погода была замечательная. И солнышко, и дождик. Не знаю, так все уродилось. Чеснок, огурчики, заготовок наделали много. Как это со стрелой? Ну вот, с этой палкой. А, с палкой, да? Ну, я специально оставляю, потому что грибовский очень быстро высыхает головка. Поэтому нужно оставлять большой всегда через шов. Урожай нормально, соответственно, нормальный покупание, все есть, и картошка, и лук, и все буквально. Все понятно. И помидоры. И поехали на старт. Чем сегодня угощаете? Чаю, чаем. И ежа малина, и вот Танечка, ежа малина, у меня такая же ежа малина. Можно все проверить, поесть. Выросло все, посмотрите на огурцы. Даже угощайтесь, угощайтесь. Ягодки, да. Ягодки какие красивые. Мы пробовать даем, все без проблем. Вот открытие этого года у меня. Прям так же. Так, куда мне идти? Темная галактика называется. Вон вообще такие, они крепкие. Исключительно урожайность на розовом немецком йодора получилась. Ну и рекордсмен в этом году на скорпион. 8 штук вот таких крупных помидоров, не считая мелочи, на кусте, который рос в 2 стебля. Самый большой помидор был на кило 80 граммов. А кисть вот этого сорта, называется «Красота Сьюзи», у меня был на кило 200. В этом году кисти поменьше, но помидоры сами покрупнее. Самое главное, что много людей интересуются. Хорошо, и это наверняка это тоже давайте занимаются сыграем. Садоводством, огородничеством. И, видимо, да, какие перенимают опыт сейчас или что-то между собой. Это, а ловить, мне кажется, такие праздники очень нужны. Они, кроме пользы, все знают правила игры. Не тут не смотреть, тут пробовать надо. Давайте пробуем. Продолжим концерт ансамбля казачьей песни «Чарочка». Ну, свежий, гостовский, 86-го года. Но здесь у нас единственные консерванты, которые могут в жизни быть, это жир и соль. Еле-еле, еле-еле завертелись карусели. А потом кругом-кругом все бегом-бегом-бегом. А потом кругом-кругом все бегом-бегом-бегом. Традиционно в мероприятии такого уровня приняли участие члены угличского отделения добровольческого движения «Надежный тыл 76». Все желающие могли попробовать свои силы в плетении защитных сетей. Профессионалы своего дела трудились над очередным маскировочным костюмом. Здесь же шла торговля сувенирами и детскими мягкими игрушками для поддержки участников специальной военной операции. Хорошую лепту в доброе дело вложила семья Ашмариных. Мама Анна и дочь Василиса принесли необходимые материалы собственной пасеки и учили малышей делать нужные вещи своими руками.
Что у вас за мастер-класс? У нас мастер-класс «Катаная свечка». Комбинация «Веселая семейка». Вручается Левин Романов Дмитриевич. Насколько сложно это все? Нет, очень легко, быстро и красиво. И главное, очень вкусно. Диплом победителя в номинации. Есть практически у всех, а вот красивые очень гортензии там. Хочу гортензию метельчатую. Больше цветы любите выращивать, чем вот овощи, фрукты, что больше? Я как-то совмещаю и то другое, одно без другого не может существовать. Кушать надо тоже. В этом году как урожай у вас? Урожай хороший. Трудов много, чем говорить, с цветами очень много трудов. Вот вроде говорят, дорого, да? А если бы вот нынешний лет, то мороз в мае, да? То весь июнь льет, август льет, попробуй вырасти. Украшаю свой сад. Я в основном сажаю многолетние цветы и очень крупные. Почему? Потому что за ними легче ухаживать. Я уже пожилой человек. Они сами себя выдерживают, конкурируют с сорняками прекрасно. Сегодня я купила гортензию, роджерсию в темный угол моего сада и хвойники. Сейчас самое время посадки. Очень много интересного, особенно садоводы-любители представляют новые сорта, прекрасные хосты, гортензии, с ними можно поделиться посадочным материалом, мне нравится, и пообщаться можно, и красоту посмотреть, и что-то новенькое увидеть. Дам ходила, кое-что купила угоститься. Всем организаторам выражаю одобрение, что такой праздник нам устроили. Спасибо всем. Очень замечательно. Очень весело, очень. И угощение хорошее, драниками угощают, пиццей угощают еще. Спасибо большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы тоже закупились сегодня чем-то? А что купили? Мы купили ежевику, то, что и хотели. Как вам праздник сегодня? Праздник нам очень понравился, очень много народу, и выставка замечательная. Самое главное, погода хорошая. Самое главное, люди довольны, даже москвичи были. И все-таки все поинтересовалось. Не только с Москвы, с Ярославля приехали, но нравится то, что оформление у людей, с каждым годом все красивее. Помощи, наш город молодец, наш город самый-самый красивый и самый-самый богатый на урожай. Еще возвратится счастливое время и в наш уголок. Счастливое время и в наш уголок.
Побольше пускай будет праздников таких. Вот, так будет жить вот, веселее в наше неспокойное время. Всем хорошего настроения, добра. Андрей Иванович, пожалуйста, давайте попробуем. Вот выберите любую картошинку. И теперь что необходимо сделать? Нужно сделать один срез. Прямо вот загадать желание и разрезать картошку прямо здесь на подносе пополам. Если срез будет ровный и красивый, значит желание сбудется. А если на срезе есть какие-то небольшие червоточинки, то желание не сбудется. Поэтому загадывайте. Подумайте. Как вы профессионально самую это делаете. Самую большую картошку выбрал. Вау! Идеальный срез! Ну что, Анатолий Игнатьевич, а вы поделитесь, что за желание загадали? А я загадал, что у нас самые лучшие люди в Угличском районе живут. И чтобы у них все было прекрасно, хорошая погода в доме. А самое главное, было крепкое здоровье. А с этим мы с вами непобедимы.